Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие секретки. Сегодня с вами снова я, Тигр Надя, и сегодня я хочу показать посылку, которую мне прислала моя очень-очень-очень давняя подруга, с которой мы уже очень много лет общаемся переписками, и мы никогда не виделись только по фотографиям, вот, и по разным посылкам, и сообщениям электронным, вот, и иногда несколько лет обмениваемся посылками. Вот, хочу сегодня показать то, что она мне прислала. И, не знаю, Таня, спасибо тебе огромное, очень-очень-очень приятно, вот. И начну я, наверное, с конфет, которые шуршат. Самое первое, что я покажу, это конфеты, потому что они растают скоро здесь. Вот ноутбук греется, и свет тоже. Вот такие вот сливочные конфетки, 400 грамм. Кажется, это коробка, да? Так они называются. Тяжелый такой пакет. Спасибо большое, очень классно было с чаем пить, как раз все закончилось у меня, и нечего с чаем даже попить и угостить. Лежит вот такая вот куча браслетов, они невероятно потрясающие, очень красивые, особенно вот этот вот, он мне больше всего нравится, потому что здесь такие вот не акварельные, даже, не знаю, масляные цветы нарисованные, он как будто бы винтажный, но, они мне малы. Просто дико малы, потому что у меня широкая кость, как и у всех моих родных, вот, на кистях. И, к сожалению, вот, браслеты, которые без, точнее, с размером, они мне не идут. Я теперь даже не знаю, что с ними делать. Может быть, какой-нибудь DIY придумаю, типа, там, склеить их, сделать из них вазочку, не знаю. Но очень жалко, они безумно красивые. Посмотрите, какие здесь птицы райские, очень-очень красиво это смотрится все. Такой тропический браслет. Этот у нас в стиле даже не знаю каком, типа хай-тек, что-то такое современное. Вот, и здесь оттенок мятный и сиреневый, я их обожаю. Здесь у нас леопард идет, тоже такой пестрый, яркий, подходит к этой сумке. А вот этот, это вообще просто, не знаю, красота невероятная. Очень нравится, безумно красиво. Но, к сожалению, блин, не знаю, что делать, очень обидно тоже. Далее идет вот такой вот красивый набор. И эти браслеты уже налезают мне на руку. Я мерила вот этот вот золотой. Он спокойно налез, проходит через косточку мою. И можно спокойно его наносить. Он очень красивый, он двигается вот по своей оси. И я думаю, что вот с этими черными браслетами отдельно он будет очень стильно смотреться, особенно с каким-нибудь черным платьем вечерним. Но вот этот вот третий, он очень красиво сделан. Вот эти все, они одинаково, да, в дизайне, а вот у этого с трех сторон сделаны вот такие вот вставки с камнями будто бы. Очень красивый, вот он пластиковый, а эти железные. Насчет пластикового, не знаю, пролезет он или нет, но вроде как, да, он пролезет. Чтобы мне верили, я померила вот эти вот три браслета пока что, они спокойно пролезают. Вот, эти я еще не пробовала, но черный должен точно пролезть, а синий подавно, потому что черные такие же, как и синие. Перейдут вот такие вот сережки, очень прикольные, я даже не знаю, это железо или пластик такой, но по ощущениям они немножко похожи на резину. Кольца. А следующие вообще очень красивые. Они вот такие вот в звездочку. Очень прикольные. И я думаю, что в некоторых моих видео будущих вы их точно увидите. Потому что есть один образ, который я хочу создать с макияжем. И они туда просто идеально впишутся. Тоже кольца. Кажется, такого, да, такого же размера, как и розовые. Вот, кстати, розовые очень под вот эти варежки подходят сейчас. Вот такой вот платок красивый. Пакет никак не уходит из кадра, извините. Очень классный, под зебру сделан. И Таня пишет, что это платок из Индии. И что она купила его на детском рынке, чтобы я носила. И он ноябрь 2016-го. Да, так что это было уже давно. Спасибо, Тань. Очень клевый, качественный. Мне кажется, это натуральный материал. Вот, потому что это не синтетика. Синтетика обычно скользкая и
стреляет, а это вот похоже даже на... Как же материал этот называется? На лен похоже. Но это не лен точно. Далее вот такие вязаные варежки. Они очень мягкие, очень приятные, просто прелесть. Не хочу сейчас их распаковывать. Тем более они вот с этим крючком тут. И... О, не могу. Очень приятно их трогать. Извините за шуршание. Это вот, ну, они очень классные. Ну да, они не вытащатся. Да, я прям угадала. Цвет очень приятный. Такой пыльной розы. Я думаю, что очень нежно будет смотреться. И таких теплых варежек вязаных у меня еще не было. Поэтому огромное тебе спасибо. Буду носить просто с удовольствием. А еще там были вот такие вот классные сережки, которые безумно красивые, потому что они жемчуг, здесь на них. Вот, я очень люблю жемчуг. Это смотрится очень женственно, нежно. Так что такая вот красота. Спасибо большое. Далее идет книжка Рэди, которая как раз таки Таня собирала посылку. Она вот спустя столько лет помнит, что я очень-очень сильно хотела эту книжку, у нас ее не продавали. Сейчас, конечно, все можно в интернете заказать, но что-то как-то я забыла про нее. Потом она мне присылает фотку и говорит: «А я помню, что ты хотела эту книгу, я тебе ее сейчас пришлю». Я такая: «Да ладно, ты помнишь уже? Блин, так много лет прошло, так много, что вообще даже не верится». Это был где-то, наверное, год 10-й, если я не ошибаюсь. Таня точно помнит. Вот. И она тогда купила себе эту книжку. В принципе, она ее мне я отдала, подарила. И мы с ней просто обе обожаем «Сумерки» и «Паттинсона», и вообще всю эту сагу. Поэтому у меня именно тот человек, который дарил все мне «Сумерками», это была Таня. Чему я просто очень рада, и очень классно, что нас связывает вот эта вот история Беллы и Эдварда. И не знаю, как-то очень, не знаю, столько всяких воспоминаний, ностальгия, короче. Так что она здесь оставила мне записки и вот такая вот книга с фотографиями. Да, старые модельные фотки его. Типа его такой биографии. Вот краски в этом фильме я его первый раз заметила. В Гарри Поттере. Как сделать? Вот так лучше видно, да. Затем из «Сумерек» фотографии. Вот. Вот это хорошая фотка. Здесь Рон. Вот так вот вкратце выглядит книжка. Тут много про него написано. Но это, наверное, считается одна из лучших хороших книжек про него. Потому что я видела на Озоне и в Лабиринте еще много-много разных. Но вот эта книжка, она как бы здесь даже написано на обложке-то. Бестселлер «Нью-Йорк Таймс». Да, так что даже «Нью-Йорк Таймс» оценили эту книгу. То, что хочу сказать, Тань, огромное спасибо. Это действительно не просто книга для меня, а еще наши совместные воспоминания и
можно сказать, моя юность даже, да, когда этот фильм вышел, и вообще все эти переживания фанатские, и не только фанатские, вот, вся эта любовь к «Сумеркам», она не угасла, да, так что такие вот дела. Ну и последнее, это вот такая просто потрясающая сумка, она на таких вот ручках, то есть их можно регулировать по длине, можно вообще отстегнуть, снять, но я всегда ношу на плече сумку. Она довольно-таки вместительная, не то что моя из Модиса. А здесь видно, что два, даже три отдела в ней, и она идет вот на этом клапане, застегивается. Она очень мягкая, очень-очень такая качественная, приятная. И я просто обожаю сумки а-ля Шанель, которые такие вот все стеганые и типа бы под кожу сделанные. Мне кажется, это всегда такая неумирающая мода и выглядит стильно абсолютно с любым платьем, с любым костюмом. Просто правильно подобрать цвет. Но вот этот цвет, он дико летний. И мне кажется, что будет очень классно с джинсами голубыми носить, с разными там белыми футболками. Вот. Здесь идет небольшой карман. Здесь карман побольше. И здесь чуть меньше такой, средний. Но вот серединка, она самая большая. Сюда и влезет и блокнот. Сюда можно телефон, документы класть разные. Вот здесь можно косметику, например, кидать. Там помаду или там пудру. Все, что душе угодно. Вот, так что все самое необходимое в нее поместится, вот. И, может быть, однажды я сниму видео, которое вы давно просите, что в моей сумке, вот, когда сюда все переложу. Потому что последний год я ходила с очень маленькой сумочкой, куда вмещалась только жвачка, телефон и парфюм, вот. И поэтому мне было не актуально снимать это видео, так как, ну, нечего туда класть просто, и все, вот. А в эту сумку теперь наконец-то все поместится, и можно ту просто на какие-то такие короткие прогулки откладывать, а эту вот, когда идешь в город. Так что вот такие вот дела. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вы порадовались меня так, как рада я. Вот, всех люблю, целую, обнимаю, и до новых встреч. И огромное-огромное спасибо тебе, Таня, за то, что ты так порадовала меня и согрела мое сердце, мою душу. Вот. В такие холодные зимние вечера, потому что сейчас это очень важно. Вот, очень сильно тебя люблю и жди мою ответную посылку. Пока-пока!